Добрый день, уважаемые друзья! 1 и 2 июня наш благотворительный фонд проводит замечательную акцию «Книга на лето». Вы можете принять участие в этой акции, купив эти книги, или можете принести книгу из дома. У меня в руках книга, которую я с удовольствием читала в детстве. Эта книга Николая Носова, называется она «Живая шляпа». И сегодня я хочу вам прочитать небольшой из нее отрывок. Шляпа лежала на комоде. Котенок Васька сидел на полу возле комода, а Вовка и Вадик сидели за столом и раскрашивали картинки. Вдруг позади них что-то плюхнулось, упало на пол. Они обернулись и увидели на полу возле комода шляпу. Вовка подошел к комоду, нагнулся, хотел поднять шляпу и вдруг как закричит: «Ай-яй-яй!» и бегом в сторону. «Чего ты?» – спрашивает Вадик. «Она живая». А что произошло дальше, узнает тот ребенок, которому попадет эта книга. Участвуйте в нашей акции 1 и 2 июня. Я участвую, а вы –